Нужно ли принимать фитоэстрогены женщинам, которые находятся уже давно в менопаузе? Хронолог – это формула женской молодости, которая позволяет не только сглаживать проявления климактерического синдрома в виде приливов, повышения артериального давления, сердцебиения, бессонницы и так далее, но это еще и мощная профилактика поздних проявлений климакса, таких как сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, дегенеративные заболевания мозга типа болезни Альцгеймера, профилактика остеопороза, профилактика онкологии, в том числе женской половой сферы. Вот почему я советую принимать хронолонг женщинам в возрасте старше 40 на протяжении всей оставшейся жизни. Но хочу сказать, что бывают такие моменты, когда ко мне женщины обращаются и говорят: я начала принимать хронолонг в глубокой менопаузе, и ко мне вернулись приливы. Вот если эта ситуация у вас проявилась, то тогда я советую использовать не хронолонг, а органический германий. Здесь тоже есть фитоэстрогены. В частности, здесь есть фитоэстроген, который называется ресвератрол. Он работает довольно-таки мягко, но это тоже анти-эйдж формула, которая содержит и экстракт женьшеня в виде стандартизированного продукта с очень высокой эффективной дозой гильзинозида. И это очень мощная защита от старения преждевременного, защита сердечно-сосудистой системы, защита мозга, защита печени, кто еще не знает. Поэтому вы можете использовать и этот продукт, как и онкопрофилактику в том числе. Поэтому можете использовать либо хронолонг, либо витогерманию.